Запасной аэродром Харитонова сегодня стал местом учебной тренировки окружных спасателей. Они отработали эвакуацию пострадавших с затопленных территорий во время половодья. В учениях приняли участие экипаж вертолета Ми-8 Наринмарского объединенного авиаотряда. За спасательной операцией наблюдала Любовь Пермякова. Вертолет на несколько минут зависает в воздухе. Сейчас начнется условная спасательная операция. Практика показывает, что зачастую сохранить жизнь и здоровье попавшего в беду человека невозможно без использования винтокрылой авиации. Но помимо техники требуется мастерство и четко отработанные действия людей, которые выполняют спасательные работы на воде, на земле и в воздухе. Спасателю потребовалось несколько секунд, чтобы с вертолета спуститься на землю. В ходе учений спасатели практиковали действия по спасению пострадавших с затопленных территорий во время паводка с применением плавающих носилок, корзин для подъема людей из воды. Это для снятия с воды пострадавших, именно с воды, потому что они специально сделаны, чтобы вот эти буйки опускаются в воду, и пострадавшего как бы один человек может спокойно перевалить и поднять на воздушное судно, вертолет. Воздушные тренировки, десантирование с вертолетом Ми-8 с применением спусковых систем приняли участие сотрудники Ненецко-поисково-спасательной службы. Завтра окружных спасателей снова ждут испытания на высоте. Тренировка сама разбита на 2 дня. Сегодня полетный день, завтра полетный день, 11-12 числа. Цель тренировки – это проведение противопаводковых мероприятий, оказание эвакуации, помощь населению. Это льдины, это крыши домов, это затопленные территории. Учения спасателей будут проходить в течение всего месяца, пока река будет представлять опасность для жизни людей. Специалисты будут практиковать навыки по спасению людей из воды при помощи лодок, катеров, спасению из полыни утопающих с использованием спецсредств по оказанию первой помощи при переохлаждении. Также запланированы учения с водолазами. Весь период спасатели еженедельно патрулируют прибрежные зоны, акватории реки Печоры и другие водные объекты вблизи окружной столицы. Спасатели убедительно призывают население не допустить пускать выхода на реку, так как в период ледохода река особенно опасна. Тревожные вызовы службы спасения поступают ежедневно. К настоящему времени зафиксировано 5 случаев утопления снеготехники. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».